Быстрее ветра. На стадионе «Спартак» в минувшие выходные соревновались сильнейшие ивановские конькобежцы. Первенство города собрало как начинающих, так и опытных спортсменов. Участвует более 100 человек, начиная с 8-летних и заканчивая 20-летними. Сегодня разыгрывается дистанция 500 и 1000 метров. В конькобежном спорте, как и в любом другом, подготовка спортсмена играет важную роль. Но есть еще и такие факторы, как погода, ветер на этот раз для многих стал препятствием на пути к победному пьедесталу, и, конечно, лед. С ним в Иванове никогда проблем не было. Лед классический, лед классный, он говорит, лучший в федеральном округе. Да, наверное, и в России. Потому что ведь были здесь у нас и международные встречи, и первенство Советского Союза на этом льду. На треке спортсмены в равных условиях, потому все решает физическая подготовка и настрой. Здесь важны острая, как лезвие конька, реакция и ледяное спокойствие. Психическая подготовка – это тоже очень важно. И физически тоже. Главное проработать все группы мышц и не бояться. Но я очень часто боюсь. Страшно, можно упасть, может, лед где-то неровный, но... Мы как-то себя сдерживаем. Первенство города – реальная возможность пробиться на всероссийские соревнования, а затем, кто знает, возможно, и на Олимпиаду. Наш город уже вписала в мировую историю этого вида спорта Ирина Егорова, двукратный олимпийский призер по конькобежному спорту. Теперь вся надежда на молодежь. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.